ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы. Девочки и мальчики, здравствуйте. Это был сплетник 105-й, друзья мои. 105-й, я опять не брить. 105-й выпуск блок сплетников, друзья. Так вот, о чем речь сегодня? А сегодня поговорим о хлорке, друзья мои. Хлорка – это очень, это такое средство. Короче, вы знаете, друзья. Анатолий пишет. Хлорка, ты понимаешь, что ты могла трескать салаты, а не грязную телепатию и капустные котлеты? Этот пишет, сотый. Орландский. Тык, пестик, не того размера. Лилипут и Гулибер. Лилипут и Гулибер. Алена пишет, Анатолий. Что ты так, как не родной? Фиака, антидепрессант. Закинется с утра кокса чужого. Дорожку нюхает. И айда маленький крокодильчик пугать. И медведей гонять на Викилипс. Ой, заодно и шмонку... Прополощь, ну вы поняли, письку свою прополощь, или тетить, сисяндры, вот. Ну, друзья, подождите, продолжим, сейчас тут, твой тут прополощь, да. А потом, она сама так сказала, они эту воду разливают по бутылочкам и пьют, клесят, клеснёва, красотуля, клесивуся. Гондурас пишет. Там уже и телепатия, видать, по великим праздникам. Ой, по великим праздникам. Варит овёс, дунилки. И секунд-хенды вот эти, господи. Такое слово придумали, херню какую-то, господи. Например, такое. Товары бывшего употребления, господи. Что так нельзя придумать? А то секунд-хенд. Надо сказать, товары бывшего употребления, вот. Будем так называть. Свои три волосишки. В общем, расческой вот расчешет. Вот так вот. Красивущая, богатющая. Уже видео вот в церквях вываливала. Видать, бесплатно в столовых ходит на обед. Но об этом не рассказывает. Алена. Фу-фу-фу-фу. Помешали мне кушать. Чингуляк пишет. Анатолий, хлора уже мало чего понимает. У нее шкурка от банана праздник. Рябой нолик на столе оставил бабуське на день благодарения. Гондурас пишет ответ Чингуляку. А представляешь, если YouTube прикроют весной и летом, кому она будет рассказывать, как все Класнёва, зеркалу, и последние 40 долларов не дадут никто. И так жопа к асфальту близко была. А нолику корыцы в колесиках купили, так вообще жопой на асфальт села, и все, поехала, поняла бабка. Ой, ну, вот, сейчас прочитаю, что-то я сбилась. Ой, господи, ну, колёсико купили, нолику корыца. Ну, нолик это, знаете кто? Даник, Данила. Ну, вот. Так вообще жопой на асфальт села. И все, приехала, поняла бабка, что total error совершила. Ой, когда Дауниту приволокла в богатейшую Америку. Ой, а уж поздняк метался, почки уж отваливались. Он и курить тут же бросил, и мясом жрать резко перестал. Приехал, блядь, к любимой бабушке. Господи, прямо вот, господи Иисусик, бати-мати. Чингуляк пишет ответ Гондурасу. Ой, ну до весны еще нужно дожить, и там уж не ударить жопой в грязь. Хотя кобыле не привыкать по жаре рефрижератора. Это типа наши соломы, пусть разбухнет Класнёва. Ой, и у нолика... Инфузори, туфельки, фигура тоже подтянется. Тебя Швевля пишет ответ. Ну, сказку такую. Откуда у нее деньги на копс? Конополина курица. Нолик подкинет, ей много не надо. Пару курок и кукушка, и все. Ну, типа,
не выговорю это слово, вот такое слово написали, блядь. Терапевтических дозах. Вот что так писать, кедря шве, блядь. Можно и крокодилом подмигивать, и с медведами трындеть. Повернет певцом синтетическим, и тра-та-та-та-та. Занырнет на озера, в себя придет и спать скорень. И опять скоренько опять. Ой, а там бухнется кровать. И спит жопа кверху. И так ежедневно. Овсянка, кусяк, певцо, капустя. Вот, смотри. Овсянка, кусяк, певцо, капуста. Господи, ты прав, кедра швивля. Но на этом не думаю. Мы заканчиваем 105-й выпуск нашего блока сплетника. У пары же бы приснула самогонку туда. Это члена пишет, господи. Вот, сейчас вот. Так. Ой. Рада проголосовала за введение военного режима. Пока на 30 дней. Надо сопчить военным в Днепре, что инопланетные и солнечные призывают два пибизика, которые ни разу не служили ни в армии, нигде. Ой, господи, не отдали свой долг. Вот. Господи. Накрыло бы. Бывает, Кулян, смотри, вот, кто что курит. А Люсинда заявила, что хочет полоски травы купить. Это я читал, друзья мои. Ладно, милые мои, всем хорошего настроения. Ой, как я вас люблю, милые. Какая же свинина тварь очередной раз приперлась с купченным в гости. Нажралась и напилась. А эта толстая прошпандовка с камерой носится мне вместо того, чтобы помочь хозяйке дома. Никогда не видела, чтобы она когда-то кому-то помогала. Догнать надо эту суку и не пускать с камерой в приличные дома. Они там, что во Флориде, совсем без мозгов, языки позасовывали в одно место. И никому пинка под толстый зад не дать. Ой, ага, идет свинина. Ага, идет такая свинина. Говорит, еду к Надьке помочь. В итоге попыздела с адвокатом, побегала с камерой за собаками. Создавая я вид незаметного блогера. Там у вас лично кто-то писал, какие вы нахуй блогеры в видео. Ничего информативного, одна жрачка и любопытнее. Ой, а слиха тоже начинает с собой любоваться в зеркале. Чоп хорошего переменила у других. Господи. Ой, милые мои. А слиха толстого намекает, чтоб ей услали посылки ей. Ах, какая я люблю постилу. У нас в русском магазине все это есть, но это постила из самой России, а продукты в русском магазине неизвестно где производятся. Может быть, они американские? Тупая. У свиньи фалькон тоже попрошайка по видео о праздниках в доме адвоката. Несколько раз попросила казачью шапку. Вот такую хочу. Нагреют, сволочи. Наталья А. пишет. Мир. Это гомноблогеры. Всякий стыд потеряли. А может, и терять было нечего. У кого не плюнь, все попрошайки. А как раньше распинались. Да и я никогда ничего не прошу. Не открою донат. Мне ничего не надо. Ой, но стоило одному аферюге открыть. И пошло-поехало. По цепочке зависть завела. Эстафету друг у друга. Перенимателей забыли. Мрази о чем пиздели. У каждой под высером донат и прочая помощь. Бедным и несчастным. И дураки поражают на меньшие шлющие стаду бездельниками свои заработанные кровные. Господи, милые мои. Это не я комментарии, друзья мои, придумываю. А вы, милые мои, пишите. Понимаете, вы пишете эти комментарии, не я. А я их озвучиваю. Подбираю самые интересные. И не такие поганые, понимаете. Не такие поганые, которые можно стыдно читать их прямо, знаете. Вот так вот. Ладно, милые мои. Чего я все обо всем об этом. Ой, до встречи в 106-м выпуске. Пока. Пока, милые мои. До свидания.